Друзья, для того, чтобы эффективно заживали раны при сахарном диабете, можно сделать отвар и можно сделать масло. Отвар принимаете внутрь, маслом обрабатываете раны. Отвар делается следующим образом. 2 столовые ложки измельченного корня подсолнечника на литр воды. Кипятите 10 минут на медленном огне. Минимум час отстаивается, процеживайте. В течение дня данный напиток выпиваете. Неважно каким количеством, независимо от еды, до еды, после еды. Ну, чтобы этот весь напиток был в вас. Включайте его в рацион на каждый день. Масло делается следующим образом. Берете морковь покрупнее, натираете ее на терке, заливаете стаканом оливкового хорошего масла. Ставите на водяную баню это все дело. 1,5-2 часа помешивайте на водяной бане это все. Отстаивается ночь. Процеживайте, и у вас готовое масло для обработки ран. Маслом обрабатывайте раны, отвар принимайте вовнутрь, и ваши раны заживают.